To start out, I'm going to have Татьяна, right? Поэтому Татьяна, верно? Read 1 Corinthians 10. Прочтет 1 Коринфянам 10 глава. Verses 1 through 13. С 1 по 13 стихи. It's a long passage, but we need to see it all. Это длинный отрывок, но мы должны полностью рассмотреть его в контексте. 1 Коринфянам 10 глава, 1 и 13 стихов. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, что отцы наши все были под облаком, и все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но немногих из них благоволил Бог, ибо они поражены были в пустыне». А это образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы. Не будьте также идолопоклонниками, как некоторые из них, о которых написано. Народ сел есть и пить, встал играть. Не станем блудодействовать, как некоторые из них блудодействовали. И в один день погибло их 23 тысячи. Не станем искушать Христа, как некоторые из них искушали и погибли от змей. Не ропщите, как некоторые из них роптали и погибли от истребителя. Все это происходило с ними как образы, описано в наставлении нам, достигшим последних веков. Посему, кто думает, что он стоит, берегись, чтобы не упасть. Вас постигло искушение не иное, как человеческое. И верен Бог, который не попустит вам быть искушаемыми сверх сил, но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести». Well, the reason I wanted to include this passage is found in verse 11. Причина, по которой я хотела включить этот отрывок, можно найти в 11 стихе. All these things happened to them as examples for us. Все это произошло с ними как образ, как пример нам. Now these examples weren't good examples. И это очень плохие примеры. And it's not about heroes of faith, but this is just an extra free thing I want you to know. И, конечно, это не герои веры, но просто еще один экстра дополнительный отрывок, на который нужно обратить внимание. Know it for you and teach it to those that you are going to be ministering to. Заметьте для себя и для тех, кого вы будете учить, передавать. Look at these things that are wrong. Посмотрите на все то, что неправильно. Idolaters. Идолопоклонники. Today it's not just having some little god that you make and pray to. В наши дни это не просто какой-то маленький божок, которому вы молитесь. I can make an idol out of anything. Я могу сделать идола из чего угодно. I can even make an idol out of my children. Даже из моих детей. So God's not pleased with that. Богу это не нравится. The sexual immorality, I'm pretty good with understanding that's a no-no. И также я понимаю, что вы знаете, это тоже нет на сексуальную аморальность. Запрет. Testing Jesus. Искушали Иисуса. Oh, the word is supposed to test me. Слово, которое должно испытать меня. I'm not supposed to be testing God. Я же не должен искушать, испытывать Бога. There's only that one place in Malachi where God says, "Test me in this." И только в одном месте это, кажется, в Малахии сказано, Бог говорит людям: испытайте меня. I don't judge him; he judges me. Я не сужу его; он судит меня. Oh, but this one I do. А вот что делаем. Nor complain. Что мы делаем? Не роптать, не жаловаться. And look what happened to the complainers. Что произошло с ропотниками? They were destroyed by the destroyer. Они были уничтожены губителем. Be ruthless with yourself as far as complaining. Be ruthless. Don't give them any room to be complaining. Не позволяйте никакому ропоту, никаким жалобам место в вашей жизни. I've seen people in churches. Я видела людей в церквях. Who would never get drunk.
которые никогда не напивались, would never have sex in any appropriate manner, никогда ни с кем не имели секс неверным образом, would never have an idol, никогда бы не поклонялись какому-то идолу, but that tongue, но их язык. That is a neat translation. Этому перевода нет. That's not a faith builder. And that doesn't build your faith. Это не созидает веру. And then these complainers wonder why their life isn't going well. Затем эти работники еще спрашивают, чего в их жизни не все в порядке. They've just invited the destroyer to come move through. Они сами пригласили в свою жизнь истребителя. Wrong. Don't go there. Это неверно. Не поступайте таким образом. And be diligent and tell people, yes, drunkenness is wrong. Да, пьянство тоже неверно, неправильно. Sexual immorality is wrong. Сексуальная моральность неверна, неправильно. Complaining is wrong. И ропот также, это неверно. Now, does that mean we never talk about a problem? Означает ли это, что мы вообще никогда не будем говорить о никаких проблемах? Of course not. Конечно же нет. But it's an attitude when you talk about a problem. Но такое отношение возникает, когда мы разговариваем о проблемах. Faith says. Вера говорит. I have a problem. I'm going to my father and I'm going to explain the problem to him and expect to get an answer. Вера говорит, что у меня есть проблема, я отнесу эту проблему к моему отцу, и я буду ожидать, что он даст мне ответ. Unbelief says, неверие говорит. Nobody ever cares. Nobody ever cares. Никому нет дела до меня. God's never gonna fix his problem. Бог никогда не решит It's эту проблему. Just always bad. It's just one thing after another. Всегда плохо. Что-то одно плохое следует за следующим плохим. See the difference? Видите разницу? Faith says there's a solution. Вера говорит, что есть решение. Complaining just doesn't believe there's a solution. А жалобы и ропот не верят, что есть какое-либо решение. So we let's get on the faith side. Поэтому давайте лучше станем на сторону веры. Okay. Now the other thing in this passage that's important to me. Еще один очень важный факт в этом отрывке для меня. Is in verse 13. В 13 стихе. No temptation has overtaken you except such as is common to man, but God is faithful. Вас постигло искушение не иное, как человеческое, и верен Бог. He will not allow you to be tempted beyond what you are able. Который не попустит вам быть искушаемым из сверх сил. Now I'm going to tell you guys. Что я хочу сказать вам, ребята? He thinks I'm able to take a whole lot more than I think. Он думает, что я могу выдержать намного больше, чем я думаю об этом. God, I can't take this. О боже, я не могу это вытерпеть. Oh yes, you can. Конечно, ты можешь. Oh yes, you can. Конечно, ты можешь. And he says, I'm going to with the temptation give you a way of escape so you can endure. Но при искушении даст и облегчение, так, чтобы вы могли перенести. Wait a minute. My brain doesn't understand that. Мои мозги не понимают этого. Escape is so I can get out of here. Escape is a getaway. I'm going to get out of it. Escape. Чтобы мы не бежали, бежать и сбежать, это нужно как бы убегать от этого искушения. Endure is endure. А претерпевать — это значит терпеть. He's giving me a way of escape so I can endure. И он, то есть он даст нам способ, он поможет нам как-то обойти это искушение, чтобы мы смогли перенести, чтобы мы могли стерпеть. I don't want to endure. Я не хочу терпеть. I want it to be over. Я хочу, чтобы это преодолеть и все. Yesterday. Вчера все осталось. No, I'm giving you a way of escape so you can stay under it. Нет, ты можешь как-то перенести это искушение. Ты будешь в этом, как под этим искушением, внутри этого искушения, но ты его пройдешь. You guys know the story of Paul and Silas in the jail at Philippi?
Знаете историю о Павле и Силе в филиппийской тюрьме? They're singing hallelujah. Jail opens up. Славят Бога, аллилуйя. Тюрьма открывается, они на свободу выходят. Philippian jailer is getting ready to kill himself, and they're like, "No, no, no, we're here, we're here." Этот тюремный страж уже готов совершить суицид, но они говорят, не надо этого делать. The whole family of the jailer gets saved. Вся семья его спасается. They're out of jail. Они вышли из тюрьмы, они на свободе. Do you realize they went back to jail? Понимаете ли вы, что они снова попали в тюрьму? They went back to endure. И они снова должны терпеть. That stinks. I don't like that part. Ой, мне это не нравится, эта часть. But it doesn't matter what I like. It matters what is true. Все равно, что мне нравится, что мне не нравится. Главное значение имеет, что истина, что правда. He will provide us a way of escape. Он даст нам путь, как перенести искушение, как пройти через него. That's important. Это важно. Okay. Now, the other thing that's important to notice. Еще очень важно заметить. Galatians, chapter 5, verse 6. Галатам 5:6. For in Christ Jesus neither circumcision nor uncircumcision avails anything, but faith working through love. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью. If we're going to really have true faith, it is going to work through love. Если мы хотим иметь настоящую веру, она будет проявлена в любви. 1 Corinthians 13 says. 1 Коринфянам 13 глава, там говорится, если у меня есть вся вера, я могу там горы переставлять, любви нету. So as we study these heroes of faith, и когда мы будем изучать героев веры, we're not trying to get some giants of faith that have no compassion and no love. Это не означает, что это были гиганты веры без какого-либо сострадания, милосердия, любви. Jesus said to Peter. Иисус говорил Петру. He said, "Do you love me?" Ты любишь меня? Feed my sheep. То тогда паси моих овец. Now, if you love Jesus, feed his sheep. Если вы любите Иисуса, пасите его овец. And let me tell you about sheep. И что я еще хочу сказать в отношении овец? They're not all sweet, fluffy little lambs. Они не такие все пухнастые, пушистенькие, красивенькие животные. You know, everybody likes to pet the baby lamb. О, такой маленький огненочек хорошенький. They grow up. Они вырастают. They get big. Становятся большими. They step on your feet. Они топчутся у вас по ногам. They poop. Они какают. And they'll knock you over in it. Yeah. They will knock you over in the sheep poop. И потом еще вас собьют, что вы упадете в их это дела все, it's messy. Которые они оставили. And we're это все грязно. To love them. И мы еще должны их любить. You don't get to just love the lambs. Вы не можете любить только ягнят. You have to love the big, mean, stinky sheep. Вы должны еще любить больших, вонючих этих овец. Because some of the biggest, meanest, stinkiest ones. Потому что самые большие, самые вонючие. Are the ones with the most hurts. Это те, у которых больше всего шрамов. They have things caught in their wool. Что-то запуталось у них в шерсти. It's hurting them. И это им приносит боль. And that makes them mean. И они становятся такие безобразное поведение у них вообще начинается. Some of them have been hurt by former leaders, and I don't mean just pastors, but former authority in their lives. Кого-то из них поранили их бывшие лидеры, не обязательно пасторы, а какие-то предыдущие власти в их жизни. And that makes you real skittish, nervous. You don't trust people. И вы, конечно, начинаете нервничать, вы не доверяете им, людям. If we're going to be under shepherds, shepherds under Jesus. Если мы хотим быть сопастырями Иисуса, we have to love them. То мы должны любить их. We have to. Our faith is not going to help them.
наша вера не поможет им. They'll just look at you and say, "Oh, she's a mighty woman of faith, or a mighty man of faith." Они просто посмотрят на вас и скажут: "А, великая женщина Божия, великий муж Божий." And they'll think, "I could never be like that." И они подумают: "Я никогда таким не стану." I'll just stay here in my sheep poop. Я просто останусь здесь в моем овечьем дерьме. Because I can't be that. Потому что я не могу быть таким. So as we look at these heroes of faith, I'm telling you. You can be like that. И когда мы будем смотреть на этих героев веры, я могу сказать вам, что вы можете быть такими. And then you tell the people that you are leading. И вы можете сказать тем, которые идут за вами. You can do this. Ты сможешь это сделать. And but you're going to have to love them while you're telling them. И когда вы это будете говорить, вы должны их любить. Okay, next up. Now. We're in Galatians 3, right? No, we're in Galatians 5. Let's go back to Galatians 3. Давайте третью главу Галатам откроем. And would you read verses 5 through 9? С 5 по 9 стихи. Подающий вам духа и совершающий между вами чудеса, через дела ли закона сие производит или через наставление вере. Так Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Познайте же, что верующие суть сыны Авраама. И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвестило Аврааму. В тебе благословятся все народы. Итак, верующие благословляются с верным Авраамом. Okay, if we're going to talk about the heroes of faith. И если мы собираемся также говорить об этих героях веры. Let's start with Abraham. Давайте начнем с Авраама. Let's look at Dad. Давайте посмотрим на папочку. Now let's go to Romans chapter 4. Римлянам 4 глава. And I want you to read verses 16 through 22. 4 глава Римлянам, 16 стих по 22. Bridget? Yeah. 16:22. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было не приложено для всех, не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам, как написано. Я поставил тебя отцом многих народов, пред Богом, которому он поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее. Он сверх надежды поверил с надеждою, через что сделался отцом многих народов по сказанному, так многочисленно будет семя твое. И не изнемогши вере, он не помышлял, что тело его почти столетнего уже мертвело, и утроба Сариного в мертвении, не поколебался в обетовании Божьем неверием, но пребыл тверд в вере, воздав славу Богу, и будучи вполне уверен, что он силен и исполнить обещанное. Потому именилось ему в праведность. Okay. We're going to look at his life, but before we do, I wanted to make some points. Look at verse 20. It says he did not waver at the promise of God. Мы рассмотрим его жизнь, но вначале давайте уделим внимание этому отрывку. В 20 стихе этого отрывка не поколебался в обетовании Божьем. That word waver is the same word that was translated double-minded in James. Это слово «поколебался» – то же самое слово, которое используется в Иакова, там, насчет двойственности мыслей, туда-сюда. He did not waver. That's what the Bible says. Он не колебался. Вот о чем говорит Библия. Now, we're going to see, he made some mistakes. Ну, конечно, мы увидим, что он делал какие-то ошибки. He tried to help God out in some places. Иногда он пытался помочь Богу. But he didn't waver. Но он не колебался. So, let's go look. Genesis chapter 12. И теперь давайте Бытие 12 главу откроем. Бытие глава 12. Now we get to the real stuff. Вот теперь вот мы подобрались к настоящему. Took me 2.5 hours to get through the introduction. 2.5 часа ушло у меня на введение. Okay, when we start out, his name is Abram. Начинаем мы с его имени. Его зовут Авраам. And God says to Abram, и
Бог говорит Аврааму. Get out of your country, from your family, from your father's house, and to a land that I will show you. Выходи из земли твоей, из родства твоего, из дома твоего, в землю, которую я укажу тебе. I will make you a great nation. Я произведу от тебя великий народ. I will bless you. И благословлю тебя. I will make your name great. И возвеличу имя твое. And you shall be a blessing. И будешь ты благословение. I will bless those who bless you. Я благословлю благословляющих тебя. And I will curse him who curses you. И злословящих тебя прокляну. And in you all the families of the earth shall be blessed. И благословятся в тебе все племена земные. That's pretty cool. Классно, да? That's great. Verse 4. Четвертый стих. So Abraham departed as the Lord had spoken to him. И пошел Авраам, как сказал ему Господь. Remember I said if you had true faith, как я сказала, если у вас настоящая вера, there's going to be an action. То будет действие. He believed it. Он поверил. Did he understand it all? Понимал ли он это все? Probably not. Наверное, нет. But he believed it. Но он поверил. And he moved out. He moved out. И он вышел и пошел. Acts tells us, when Stephen's talking, that basically Abraham came out, waited for his father to die, and then moved on. И в Деяниях Стефан, речь Стефана, он там говорит об Аврааме, говорит, что Авраам, дождавшись смерти своего отца, вышел из страны. Now keep in mind, while I'm talking about Abraham, и когда я говорю об Аврааме, don't leave out his wife, Sarai. Sarah. Не оставляй своей жены Сары. She's with him. И она находится рядом с ним. She's with him. Она с ним. Okay. So then, later in verse 12. И затем в 12 стихе. Lord appears to Abraham again. Господь снова является Аврааму. And says, "To your descendants I will give this land." Твоим потомкам я дам эту землю. What descendants? Какие потомки? He doesn't even have any kids. Если у них вообще нет никаких детей. No babies. Нету даже никаких. And he's not young. Малюток, и он не очень молодой. At this point he's 75 years old. Тогда ему было 75. My descendants? Мои потомки. I don't have any babies. А где же дети? But he's still believing God. Но yes. Он все равно верил Богу. And look, again, it's like this. You know this. I just have to say it. И мне просто нужно это сказать. All the fighting over natural Israel right now. Вся эта война, весь тот бой над Израилем в наши дни. Is about God's word. Все это пытается проверить, все это испытание Божьего слова. It's not just geography. Это не просто география. It's our enemy, Satan. Наш враг Сатана. Wants to make the word of God not true. Хочет, чтобы слово Божье не было правдой, чтобы оно не стало правдой. Не осталось правдой. Возвратитесь к этому. God gave it to Abraham. Бог дал землю эту Аврааму. Doesn't matter if I like it. Нравится это мне, не нравится. Now I do. I happen to love it. Ну, конечно, мне же нравится, мне я люблю Израиль. But the reason I do. И причина, почему я люблю. Is because I am a child of Abraham by faith. Поскольку я дочь Авраама по вере. And I love God's word. Я люблю слово Бога. And I don't understand my enemy, Satan. Я не понимаю моего врага, Сатану. Why you would want to choose to be on a losing team? Почему избирать это? Почему делать выбор и присоединиться к этой команде, которая проиграет? God's word is forever settled in heaven. Потому что слово Божье, оно навсегда запечатлено на небе. God said it, it's gonna happen. Бог сказал, что это произойдет. And Abraham believed him. I mean, these are some good promises.
Авраам поверил этому. Это очень хорошая новость, обетование. I'll bless those who bless you, and I'm going to curse those who curse you. Благословлю благословляющих, прокляну проклинающих. Don't mess with me. Don't mess with me. Не связывайтесь со мной. But see, this is why the love needs to be operating. Вот где нужна любовь. Remember the place where the disciples wanted Jesus to call fire down on the city? Помните тот отрывок, когда ученики просили Иисуса спустить огонь на город? And Jesus said, "You don't know what spirit you're of." Иисус говорит, вы не знаете какого духа. See, if I were Abraham and I had that, I'm going to bless those who bless you and curse those who curse you. It wouldn't have been pretty. It wouldn't have been pretty. I would have been saying, curse that one and curse that one and curse that one. They made me mad. You mean? If I were in Abraham's shoes, if I had been given that promise. Если бы я была на месте Авраама, его туфлях, у нас так говорят, то если бы я получила это обетование, то... I don't like him. Do something with him. So the love is very important. Поэтому любовь очень важна. Okay. So then he gave him the land. Затем он дает ему землю. Starting with verse 10. С 10 стиха. It's one of those you shake your head times in Abraham's life. They go down to Egypt. Они спускаются в Египет. Because there's a famine. Из-за голода. And his wife. И его жена. Is still a pretty foxy woman. Все еще неплодна. And so he says, this is the man of faith. Yeah. God said. Who said? And he says, tell him you're my sister. He said, told Sarah, tell him you're my sister. He was afraid that they were going. Фараон спрашивает Авраама, кто это такая? Because he was afraid. Авраам просит ее, скажи, ты моя сестра. Он боится. Mighty man of faith. Великий муж веры. I love it. He's human. He's afraid. И мне нравится это, что он человек, он человеческое существо, он боится. And the Bible said he didn't waver. А в Библии написано потом, он не поколебался. So this must not be wavering. Поэтому. See, I would think this was wavering. Я бы подумала, что он поколебался в этой ситуации. But the Bible says he didn't waver. Но в Библии сказано, что он не поколебался. So I need to readjust my thinking. Я должна свое мышление he's still believing God. Приспособить. Он все еще верил Богу. He's just in a place where he's scared about something. Просто попал он в такую ситуацию, напугался он. And makes a really dumb move. И, конечно, такой глупый поступок он сделал. And Sarah goes along with it. And и Сара so, тоже как бы попадает в эту историю всю. And so they lied, and the Egyptians thought Sarah was really pretty. И египтяне думали, что Сара была такой красоткой. But look in verse 17. И затем в 17 стихе. Says the Lord plagued Pharaoh and his house with great plagues because of Sarai, Abram's wife. Но Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару, жену Авраамову. And Pharaoh called Abraham and was like, "What have you done to me?" И призвал фараон Авраама и сказал, "Что ты это сделал со мною?" Why didn't you tell me she was your wife? Для чего не сказал мне, что она жена твоя? Because I was afraid. Потому что я боялся. That's why. Now, do you not love it that that's how Abraham? I mean, our father of faith wasn't perfect. Как вам это нравится, наш отец веры такой не был очень идеальным совершенным. He still had struggles. У него все еще были проблемы, переживания его битвы. Now I can. It encourages me not to be too hard on me. И это ободряет меня, что ко мне нет таких сильных требований. But I can also learn from Abraham's experience. Я также могу узнать из опыта Авраама. Don't do that. Don't lie like that. Don't. When I act, let me put it this way. When I act in fear, I'm going to hurt others. Давай я так это скажу, что когда я буду действовать из-за страха, то это принесет
боль другим людям. Now, personally, I think it would bless Abraham very much where he is right now. Я думаю, что Авраам, конечно, сейчас благословлен тем, где он сейчас находится. If he could see us reading this story and deciding we wouldn't make the same mistakes. He would want us not to make the same mistakes he did. И он бы, если видел, что мы читаем историю о нем, он бы, конечно, хотел, чтобы мы не повторили его ошибок. You remember, he's up there in that great cloud of witnesses. We can bless him by not making the same mistakes he made. Как помните, он там, в том облаке свидетелей. Мы можем принести ему благословение, то, что не совершим этих ошибок. Now, you guys with kids, with children. Вы, у которых есть дети. It's important to you, isn't it, that your kids not make the stupid mistakes you made? Для вас важно, чтобы ваши дети не повторяли тех ошибок, что делали вы, не так ли? In fact, we can wear them out saying, don't do this, don't do that, don't do this. Мы можем говорить, не делай этого, не делай того, не делай этого. Oh, mother. Мама. But so understand, our father Abraham would be blessed if we don't make the same mistake. Поэтому я понимаю, наш отец Авраам тоже был бы благословлен, если мы не повторяем его ошибок. Now, at the same time, too, as we study these guys, don't judge them. И в то же самое время вы не судите их. Because the Bible tells us that when the same measure of judgment we use, как в Библии сказано, тем судом, каким мы судим, is going to be given back to us, pressed down, shaken together, shall men heap into your bosoms. That's what it says. Таким же судом, такой же суд будет оказан и вам, также осудят и вас, меру полную, трясенную, нагнетенную, переполненную. You go check it out in the New Testament. Проверьте это в Новом Завете. We're talking about that given, it shall be given to you, pressed down, shaken together. Где там, давайте, дастся вам меру полную, трясенную. It's in a context of переполненную. Judgment. Это в контексте суда. So let's don't judge Abraham for being afraid. Поэтому давайте не будем судить Авраама за то, что он побоялся. I guarantee if you'd been there, you'd have been afraid and you'd have done something just as stupid. Я думаю, что если бы вы были на его месте, тоже как бы могли совершить такой глупый поступок. But let's learn. Okay. He leaves Egypt. He is very wealthy. God has blessed him materially. Уходит из Египта, очень благословлен материально Богом там. And he's got his nephew Lot with him. Берет с собой своего племянника Лота. And they were so blessed that there's arguing between all, you know, all the their herdsmen. Они были так благословлены, что там их пастухи начали уже ссориться друг с другом. Here's a lesson for you. Вот еще вам урочек. When, let's just say these two women are both pastoring churches. Давайте такой пример сделаем. Вот эти две женщины, они пастора церквей. And their churches grow and grow and grow. И их церковь растет, растет, растет. At some point, there's going to be conflict. В какой-то момент произойдет конфликт. Not between them. Не между ними. Between all the people that are under them, they get crowded and you start arguing. Теми людьми, которые под ними находятся, потому что такая большая толпа, и они начинают друг с другом биться, воевать. Look at how Abraham handled it. И посмотрите, как Авраам уладил это дело. He didn't fight, he just said, Lot, you pick. Он не бился ни с кем, он говорит, Лот, давай выбирай. We're too crowded, let's give each other some space. Если эта толпа такая большая уже, давайте им немножко места дадим. So you pick. Выбирай. Now, and look at verse 10, chapter 13, verse 10. 13 глава, 10 стих. Lot liked the pretty part. Лоту понравилась хорошая часть, красивая часть. Now, красивая keep in земля. Mind, Lot picked the part that included Sodom and Gomorrah. Ну, конечно, Лот выбрал там, где Содом и Гоморра была. He was looking at the surface. Он смотрел на поверхность только. That's pretty. I'll take that part. О, это очень красиво. Я возьму эту. And so Abraham said, "All right, I'll let you pick." Ну, Авраам сказал, хорошо, давай бери это, выбирай себе. I believe that was okay with Abraham.
Я верю, что Аврааму как бы было не очень так. Because he so knew that his blessing was dependent on God. Не очень так обидно и вообще, потому что он знал, что его благословение зависит от Бога. I don't have to have the nicest place. Мне не обязательно выбирать самое красивое, уютное местечко. I have to have God's blessing. Мне нужно Божье благословение. So it doesn't matter where he sends me, wherever he puts me, I'm going to be blessed. Поэтому независимо, куда он меня пошлет, где он меня поместит, я везде буду благословлен. We need to get that. Мы также должны это засечь себе на носу. If we have Abraham's blessing, I can't be anything but blessed. Если мы хотим иметь благословение Авраама, то ничего нам не остается, как только иметь это благословение. And I believe that's why the complaining is bad. И вот почему ваши жалобы, ропот тоже плох в этом случае. Because God says I'm blessed, and I'm going, I'm not blessed. Потому что если Бог говорит, ты благословен, а ты говоришь, я не благословлен. Now, if you came to Mineral Wells, Texas, where I live. What is it? Again? Mineral Wells. А, если вы приехали бы к минеральным источникам, там в Техасе у нас есть место такое. You might not say it was a blessed place. То, возможно, вы бы не сказали, о, благословенное место. It is a hard city. Это очень трудный город. It's a very poor city. Очень бедный город. My heart breaks for my city. Мое сердце сокрушается за мой город. But I am blessed. Но я благословлена. And I don't want to live any place but Mineral Wells. Я не хочу жить в других местах, но только в моем городке, минеральные источники. Because my blessing doesn't depend on my city. Потому что мое благословение не зависит от моего города. My blessing comes from God. Мое благословение приходит от Бога. That's what Abraham knew that. Тоже и с Авраамом, он знал это. And your city may not be that great. Возможно, ваш город тоже не такой уж величественный. But your blessing comes from God. Но ваше благословение исходит от Бога. Or your city may be the most fun place to live in the world. Или же, возможно, ваш город самый прикольный город, в котором вообще можно жить в мире. You might have all the kinds of money to go shop in the most expensive stores. У вас есть все деньги, все бутики, магазины, в которых можно шопинг делать. Если у вас нет твердого убеждения в сердце, что благословение исходит от Бога, то вы упустите его. Paul said he knew how he could be content whether he had a lot or not very much. Павел сказал быть доволен большим, быть довольным малым. Yeah, give me the crummy part, I'm blessed. Дай мне пирожное с кремом, я благословлен. Give me the pretty part, I'm blessed. Дай мне плохое место, я тоже буду благословлен. Because I'm blessed. Потому что я благословлен. And of course, let's see, let's go on now. Lot. Now the New Testament calls him righteous Lot. Лом завете сказано о Лоте как о праведнике Лоте. So I don't want to judge Lot either. Поэтому я тоже не хочу судить Лота. But he didn't make a real. He picked the best place, and then he gets taken captive. Ну как вы знаете, выбрал самое хорошее местечко, а потом еще бежать оттуда пришлось. And who has to come pick up the pieces? И кто должен был прийти, which pieces? Fix it. Who has to come fix it? И кто должен был прийти это все починить, привести в порядок? Abraham. Авраам. Okay. If you're called to ministry, если вы призваны к служению, there are going to be plenty of these times, то будет много таких случаев. Where you know they're not making the best choice. Когда вы знаете, что их выбор не самый лучший выбор. And sometimes their bad choices are going to be more work for you. И иногда их плохой выбор это только больше работы для вас. So part of you wants to say, "Don't do that." And it's not because you love them. И иногда вы можете говорить,
да не делай ты этого. И все это не из-за того, что, конечно, не из-за того, что вы любите их. Because you know good and well, you're gonna go have to help them fix it. Но вы знаете, что вам потом еще надо будет все чинить и все за ними убирать. But, you know, just if we're going to be children of Abraham and we're going to copy him as one of our heroes of the faith. Ну, если мы хотим быть детьми Авраама и следовать его примеру. Just accept it. Просто принимайте это. Accept it. So he goes and he's Abraham's blessed. И потом Авраам идет, Авраам благословлен. He goes in and captures them, rescues them, gets a whole bunch of stuff. I mean, he has a mighty victory. Идет, завоевывает, берет там все. Он великий завоеватель, победитель. So, as you're going to help somebody pick up the pieces of the mess they've made of their lives. И поэтому, если вы хотите собрать все кусочки жизни, которые кто-то растерял по дороге. You get to choose how you think about it. То вам нужно принять решение, какое у вас будет отношение ко всему этому. You can think, будете думать, more work, it's just work, work, опять больше работы, опять это все нужно делать. Or you can say, или же вы можете сказать, I have an opportunity to go get another victory and get some more stuff. У меня появилась еще одна возможность приобрести еще одну победу и приобрести еще больше владений. I don't know about you, but I'm lazy. Не знаю, какие вы вообще, но я ленивая. I would rather not work. Я бы не работала, если бы у меня был бы выбор. And late in September in 2001, well, no, it was late August of 2001. В 2001 году, в августе, there was a guy in the United States that I regard as a true prophet of God. Был один там пророк, которого считала истинным в США. He prophesied that we were at the body of Yeshua was getting ready to enter a 7-year war cycle. Он сказал, что тело Иешуа должно войти в цикл войны, 7-летний цикл войны. I was like, great. Я думаю, ну да. And my first attitude was, okay, I'm just gonna sit here and wait for 2008. И тогда я подумала, ладно, буду здесь, буду ждать 2008 года. And I knew that was a wrong attitude. Я знала, что это неверное отношение. But it took God a while to work through me. Но пока Бог работал надо мной. And this is one of the stories that God used to change my mind. И это одна из тех историй, с помощью которой Бог изменил мой образ мышления. When a king would go to war, he brought home the plunder. Who went? When the king, any king back then, when they went to war. После того, как царь возвращается с войны, он приносит с собой добычу. When the kings would go to war, they would enlarge their territory. После возвращения с войны их территория расширяется. So right now the kingdom of God is suffering violence. Поэтому сейчас царство Божие терпит войну, проходит через войну. But we're going after the enemy. Но мы как бы достанем, мы победим врага. And my attitude changed. Мое отношение изменилось тогда. I quit hiding. Я перестала прятаться. Quit just waiting for all the bad stuff to be over. Я прекратила ожидать всего плохого, что может произойти. Like, okay, I'm gonna fight. Я сказала, хорошо, буду сражаться. I'm fighting for my city. Я сражаюсь за мой город. Now at this point, my children are both grown and they are serving God. И в настоящий момент оба моих ребенка выросли, и они служат Богу. They're married. Они замужем, у них есть уже свои дети. And they're in the war with me. И они воюют вместе со мной. Us. С нами. So, but we are going to win it. We're going to win it in our city. И мы победим войну в нашем городке. And this isn't a, I'm not talking about a political war. Я не говорю о политической войне. It's a spiritual war. Духовной войне. And we want souls. Мы хотим душ. Souls to come to know Jesus. Души, которые придут к познанию Иисуса.
You do too. See, I can see it in your faces. Также вы, я вижу это в ваших лицах. You have people and battles that you want to win. У вас есть ваши битвы, ваши люди, и в этих битвах вы хотите победить. Fight. Сражайтесь. Don't be afraid of the fight. Не бойтесь, а сражайтесь. God can, and when He gives you the victory, когда Бог дает вам победу, there is going to be plunder with it. То с этой победой будет добыча. Now, and I'm not talking just about material stuff. Я не говорю о материальном. No, it's not. Maybe you'll have material blessing. Возможно, будет материальное благословение. But the plunder is more souls that are going to accept Jesus as their Savior. Но добыча души, которые примут Господа как Спасителя. Yes. Okay, this is probably a good place to go ahead and stop and take a break. Is that good for you? Возможно, сейчас хорошо сделать перерыв. Okay, let's take a break and then we'll come back and hit it again. Перерыв и снова потом примем.